сейчас уже нет. Я вижу, что та работа, которая проводилась в этом здании, то есть открытие кванториума, да, значит, она большая. Да, к сожалению, были вопросы, связанные, как вы знаете, с внесением изменений в проекты. Иной раз бывает у нас, я же так понимаю, что здание все-таки вначале здесь была администрация, да? И там полностью перепланировка была, то есть реконструкция. Поэтому наверняка, как обычно, вначале планируется одно, а когда здание, соответственно, уже ему по времени очень много, когда начинаешь даже дома взять, если ремонт квартиры, да, где-то раз что-то отвалилось, где-то еще какой-то недостаток. И здесь, я думаю, когда реконструкция начали делать, конечно, что-то, значит, дополнительные какие-то работы появились. Мы сегодня здесь провели штаб. Надежда у меня есть, как вы слышали, где-то готовность, она к 1 августа должна появиться. Остальное, мы знаем, что бюджет есть федеральный. Порядка 69 миллионов выделено из федерального бюджета в рамках программы «Федеральное образование», да, чтобы у нас дети здесь занимались и техникой, и различными техническими такими направлениями, да. 66 миллионов, это спасибо, значит, Русалу, то есть они, получается, выделили деньги на реконструкции, а федерация выделила средства, чтобы закупить оборудование. Поэтому оборудование уже в наличии есть. Я переживал, что оборудования нет. Оказывается, оборудование есть, поэтому здесь вот это практически очень важный момент. Я думаю, мы все-таки скоро его откроем. Что касается недостатков, они есть. Вы слышали, это по пожарной безопасности. По лифту надо разобраться. Это по определенной вентиляции. Мы увидели, я зашел, где туалет для людей с ограниченными возможностями, еще там не сделано. Соответственно, внесение изменений в проект. Ну, как вы видели, и генеральный подрядчик не рассчитался с лифтовым хозяйством, поэтому я пригласил здесь Красноярска. Значит, руководителя организации НСИ, который занимается изготовлением лифтов, то есть он подъехал, нашел время, я думаю, что этот вопрос тоже урегулирует. Мы сегодня провели штаб, как раз вот соединить все направления, чтобы можно было в рабочем порядке эти вопросы урегулировать. А самое главное, вы увидели при, значит, посещении, здесь уже эти дети, которые ходят в кванториум, они уже помогают его также делать, собирают определенные стеллажи. И самое главное, что они уже понимают, кем они будут дальше. Это самое главное. Порядка 800 детей обучается в этом кванторе. И это очень важно. Самое главное, чтобы эти дети действительно знали в перспективу в дальнейшей жизни и как бы не свернули в плохую сторону. А когда рядом такие руководители кванториума, это, естественно, большой плюс, и родители могут быть спокойны. Я думаю, что мы все-таки до 1 сентября этот объект должны открыть. До 1 сентября. Может, немножко раньше, но не позже.